можно ли начинать? Скажите. Если звук. Раз, можно ли начинать? Раз, раз. Проверка звука. Подскажите, можно ли начинать? Да, вас слышно, можете начинать. Да, говорите. Уже не видно. А, уже видно. Да. Да, все, продолжайте. Говорим мы вот о чем. Ну, в первую очередь, как вы понимаете, что рынок, он в большей степени похож на волну. И наша задача на этой волне оставаться и следовать с рынком в одном направлении. Для меня это, например, самый простой и безопасный способ. На нем волны имеют обыкновение меняться. И, соответственно, чтобы этого изменения не пропустить, важно анализировать ситуацию на рынке и смотреть, когда тренд готов подвернуться и улавливать с опережением те сигналы, которые рынок подает. А он их подает. И на графике они хорошо видны. В нашем деле главное знать, какие графики смотреть и как правильно с ним работать. Поэтому на этом семинаре вы узнаете тренд относительной силы и как его применять для анализа рынка. Мы сопоставим различные индексы и посмотрим, мы относительно друг друга или относительно рынка. Мы рассмотрим некоторые индикаторы ширины, разброса рынка. И посмотрим, как их использовать для подтверждения тренда. И если останется время, я вам покажу также очень сильный сигнал такого индикатора, как дивергенция маркетинга. Естественно, я обязана вас предупредить, что на рынке не существует такого понятия, как идеальный индикатор, поэтому какие-то графики в какой-то момент работают лучше других, какие-то сигналы не срабатывают. Поэтому всегда подтверждайте текущие сигналы индикаторов другими индикаторами. Ну и, конечно же, полагайтесь исключительно на собственный анализ. Как я вам сказала, начнем мы такого понятия, как коэффициент относительной силы. Я не знаю, знаете ли вы, что такое коэффициент относительной силы, но наверняка слышали об индексе относительной силы. Так вот, он к этому не имеет ни малейшего отношения. Он не имеет отношения ни к перекупленности, ни к перепроданности рынка или актива, а эффективен исключительно для анализа акций, а особенно для выявления разворотов на рынке. Что это за коэффициент и как он считается? По большому счету считается он очень просто.
это соотношение. Соотношение актива к широкому рынку, например, или сектора к широкому рынку. Для чего он нужен? Ну, представим гипотетически, что вы хотите вложиться в акцию, например, компании «Макдональдс». Но прежде чем вложить в нее свои деньги, вы должны понимать, хорошее ли сейчас время, и так как вы все-таки принимаете более рисковое решение, вкладываясь в отдельную акцию, а не в рынок, вы хотите убедиться в том, что ваши инвестиции дадут возврат больше, чем в среднем рынок. Поэтому вы смотрите, как ведет себя актив относительно рынка. Действительно ли он показывает динамику лучше рынка или хуже? Относительно, если вот вы взяли «Макдональдс» и соотнесли его с широким рынком, взяли цену «Макдональдс» и разделили на цену S&P 500. Вот, например, на графике сайта stockcharts.com хорошо видно, в какой момент «Макдональдс» превосходил рынок. Ну, логично, да, что линия относительной силы, коэффициент относительной силы на графике мы строим в виде линии, и в те моменты, когда линия поднималась, это говорит о том, что актив, в нашем случае это «Макдональдс», акции компании «Макдональдс» чувствовали себя лучше рынка. Однако в те моменты, когда линия относительной силы снижалась, данная акция показывала динамику хуже рынка, что, в принципе, отчетливо видно. S&P рос, «Макдональдс» совершенно в обратном направлении двигался. Вот это и есть коэффициент относительной силы. Однако я вам показала этот коэффициент на примере отдельной акции. Вы можете его использовать не только соотнося акцию с широким рынком, но и проверяя, например, сектор к рынку. Вот здесь опять-таки на графике видно. Да, кстати, все ссылочки, описания, ссылки на график будут, во-первых, на моем блоге в ближайшее время. Вы всегда сможете по ним пройти и посмотреть живую версию графика. И сможете увидеть, как его настраивать. Либо взять себе этот шаблон и использовать. Что касается соотношения сектора к широкому рынку. Мы с вами должны ведь, когда выбираем актив, анализировать не только сам актив, а в первую очередь смотреть на то, в каком состоянии находится рынок, совпадает ли он с нашими ожиданиями, движется ли он в том же направлении, в котором нужно нам. И, конечно же, посмотреть сектор, которому принадлежит эта акция, потому что динамика акции отдельная, она на 70% зависит от рынка, на 20% зависит от сектора, ну и на то, что осталось, зависит от особенностей самой компании. И если мы посмотрим здесь относительную силу XLY, а именно к этому сектору относится «Макдональдс», то мы увидим, что динамика сектора сильный фоновый шум. Что мне с этим сделать? Подскажите. Я сделаю его меньше. Звук уменьшит. Что? Так или иначе, когда у нас сектор начинает снижаться, мы видим, что он начал снижаться в феврале, и он вместе с собой, по большому счету, утащил «Макдональдс» вниз. Поэтому неудивительно, что относительная сила акции стала снижаться, потому что относительная сила сектора тоже стала ухудшаться. Вот так работает относительная сила в отдельном активе, так она работает применительно к сектору, и мы можем с вами всегда понять, насколько актив или сектор или индекс превосходит тот актив, сектор или индекс, которым мы сравниваем. Актив, сектор или индекс были сильными, нам нужно, чтобы относительная сила, либо линия относительной силы на графике росла. Если она поднимается, значит сектор, акция, индекс превосходит рынок. Если снижается, для нас это тревожный сигнал, ну, если мы целимся в лонг, потому что это говорит о слабости актива, сектора, либо индекса. Это вот такое вводное немножко о том, центр относительной силы. Подробнее вы всегда можете почитать
о нем на моем блоге в «Азбуке инвестора». Сейчас ссылочка загрузится. «Азбука инвестора», «Технический анализ». И там найдете коэффициент относительной силы. Здесь подробно, с примерами, все то, о чем я вам сейчас максимально кратко постаралась рассказать. Анализ рынка. Я тоже использую коэффициент относительной силы, но применительно к индексам. То есть я сравниваю не акцию к рынку, не сектор к рынку, а соотношу индексы. Какие индексы я соотношу? Прежде всего, я сравниваю транспортный к промышленному. Я соотношу равновзвешенный спай к спаю, взвешенному по капитализации. И соотношу индекс акций малой, акций компании малой капитализации Russell 2000 к индексу компании крупной капитализации S&P 500. Для чего я это делаю и почему именно этих индексов? О чем нам говорит соотношение транспортного индекса к промышленному? Ну, по большому счету, я думаю, все здесь знакомы с теорией Доу и прекрасно знают, что оба эти индекса в теории хорошо, когда они движутся в одном направлении, подтверждая друг друга и подтверждая текущий тренд. Соответственно, мне для поиска разворотов на рынке важна динамика транспортного относительно промышленного. Потому что, во-первых, индексы транспортный и промышленный отражают, каковы дела в экономике, в реальной экономике. И это соотношение показывает, насколько фондовый рынок, вообще, вот именно если сравнивать фондовый рынок с этим соотношением, то становится понятно, насколько они связаны между собой, подкрепляются ли они. Для того, чтобы акции росли, нам нужна сильная экономика, правильно? Если нет промышленного роста, если вы производите, но не перевозите, однозначно сигнал, что что-то не так в экономике. Если у вас все хорошо, вы производите, вы этот товар доставляете своим клиентам, в экономике есть рост, есть наличие спроса, и вот это наличие спроса мне и помогает выявить соотношение транспортного к индустриальному. Когда соотношение транспортного к индустриальному растет, это говорит о том, что транспортники превосходят в своей динамике промышленный индекс Dow Jones. Это хороший знак. Он говорит о том, что экономика показывает силу. Можно рассчитывать на рост на рынке акций. Если же транспортный индекс начинает отставать от промышленного, то для рынка акций это негативный сигнал, потому что если мы все-таки работаем в теории, что рынок акций отражает текущее состояние дел в экономике, не так, как сейчас, когда связь абсолютно нарушена и потеряна из-за бесплатных денег, сигнал, что вероятно ослабление и нет топлива для продолжения роста. С этим, я думаю, понятно. Позже мы рассмотрим все эти индикаторы на одном графике, а сейчас вот я так немножко теоретически их... Следующее соотношение – это сравнение индекса S&P, взвешенного по капитализации, и индекса S&P, равновзвешенного. Но суть здесь в чем? В том, что в зависимости от принципа построения S&P 500 может быть разный. S&P 500, S&P 500 рознь. Один может рассчитываться пропорционально капитализации, то есть в нем больший вес начинают получать те компании, которые на рынке имеют большую капитализацию, большую стоимость, а может рассчитываться в равных долях, когда все бумаги, входящие в индекс, имеют абсолютно одинаковую долю. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять, что поддерживает рост на рынке. Если у вас растет индекс равновзвешенный, где бумаги в равных долях, это говорит о том, что в условиях, например, бычьего рынка у вас рост поддерживается всеми бумагами. То есть инвесторы
и участники рынка верят в то, что рынок продолжит расти, у них хороший аппетит к риску, и они подбирают не только голубые фишки, то бишь компании крупной капитализации, но и малышей. И тогда у нас в соотношении S&P, равновзвешенного к S&P по капитализации, относительная сила начинает расти. Линия-то на графике начинает расти. Если же у нас с вами происходит обратное, линия относительной силы начинает снижаться, то это говорит о том, что рынок покупает в основном компании крупной капитализации, избегает малышей. Когда это происходит, это первый сигнал того, что рынок защищается. Он меньше всего настроен на риск и не хочет вкладываться в акции малой капитализации, а придерживается больше защитных, стабильных активов. Учитывать на бурный рост на рынке не приходится. Соответственно, сильный долгосрочный тренд возможен только при поддержке широкого рынка. Поэтому, как я вам и сказала, данное соотношение должно расти, если мы целимся на бычий рынок. Если это соотношение падает, то для нас это красный флаг. Третий коэффициент относительной силы индексов, который я рассматриваю, он сопоставляет также акции малой капитализации, которые входят в Russell 2000, с индексом S&P 500. Здесь тоже я проверяю аппетит к риску, потому что маленькие компании, они самый лучший, самый чувствительный барометр риска на рынке. Если рынок вкладывается в малые компании, значит, действительно есть основания для продолжения роста на рынке акций. Если из малышей выбегают и срочно перекладываются в крупняк, значит, роста не жди. Это такой опережающий индикатор смены настроения на рынке. Соответственно, если я вижу, что на графике у меня линия относительной силы RUT SPX начинает расти, значит, все в порядке. Рынок настроен побычье, есть аппетит к риску, можно ждать роста. Если же этого не происходит, например, рынок продолжает расти, мы это увидим на графике, а это соотношение, линия соотношения начинает снижаться, но это сразу говорит о том, что деньги перетекают из рисковых активов. Для начала они защитные голубые фишки, а там дальше как пойдет, опять-таки говорит о том, что на рынке потенциала для роста нету. Вот тот график, о котором я вам говорила. Сейчас я открою также его. Ну, в принципе, я думаю, здесь видно, не буду его открывать, но только в чарте. Давайте посмотрим, как он себя ведет. Значит, что у нас здесь есть? Сверху, в верхнем окне, динамика S&P 500. Получается, за 3 года. Далее идет соотношение транспортного к промышленному, линия относительной силы этих индексов. В следующем окне соотношение равновзвешенного SPY к взвешенному по капитализации. И здесь малыши к S&P 500, к S&P 500. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас здесь рынок начал расти. Возьмем как отправную точку. Могли ли мы с вами это предвидеть заранее? Если бы у нас просто была вот такая доска индикаторов перед глазами, мы бы эти шевеления обнаружили немножко раньше. Например, вот здесь мы бы увидели, что рынок начал оживать, потому что равновзвешенный к обычному спаю пересек 200 снизу вверх, показывая, что рынок начинает испытывать аппетит ко всем бумагам, к широкому рынку. Не только в голубые фишки вкладывает, а смотрит несколько шире. Ему интереснее другие бумаги. Это был такой опережающий индикатор, который можно было рассматривать. Точно так же заранее показал рост индикатор относительной силы транспортного к промышленному. Он тоже начал подниматься. Это тоже можно было использовать как опережающий сигнал. После этого у нас все три, когда рынок развернулся наверх, у нас все три индикатора развернулись наверх и двигались над 200-кой в силу тренда. В
вот здесь, в этот период, нет никакого сомнения в том, что рынок сильный, что тренд действительно бычий, и можно спокойно продолжать лонговать, не опасаясь каких-то значительных коррекций, потому что этого не произошло. Если мы посмотрим дальше, что происходило, рынок продолжал расти, однако транспортный к промышленному начал показывать дивергенцию. Что такое дивергенция? Это расхождение, несоответствие, когда у вас рынок растет, наверх идет, а индикатор вдруг начинает развиваться в другом направлении. Он начинает разворачиваться и падать. Дивергенция раз, и что самое неприятное, дивергенция два. Вот это уже неприятный, тревожный сигнал, который вам бы сказал, что да, все хорошо, рынок прет, однако раз, два, два из трех – это серьезный аргумент, чтобы прислушаться, ну, как минимум, зафиксировать часть прибыли или даже все. Потому что, если мы посмотрим, вот здесь случилась коррекция. Однако тренд по-прежнему оставался на рынке бычий, потому что все индикаторы продолжали двигаться над своими средними. Когда у нас индикатор над 200-кой, рынок бычий, тренд бычий. Что происходило вот здесь? Самые неприятные моменты возникают, когда индикаторы уходят под 200-ку. Особенно, когда это происходит в малых компаниях. Они, как я сказала, очень чувствительны к риску. Соответственно, вот здесь уже тревожные моменты начали проявляться. Красные флаги. Раз, дивергенция. Чуть позже эту дивергенцию равновзвешенный показал. Продолжал расти. Рынок продолжал расти, однако, как мы видим, начал проявлять слабость. Бурного такого ралли, что он начал подниматься еще выше, обновлять хай, такого здесь уже не было. Потому что есть слабость внутри. И вот эти индикаторы вам как раз заранее помогут увидеть эту слабость и подготовиться к ней. Потому что чем слабее и хуже ситуация в малых компаниях и в равновзвешенном индексе, тем сильнее будут коррекции на рынке. Это хорошо видно здесь, потому что когда и транспортный к этому присоединился, мы видим, какая сильная коррекция произошла. Значительно сильнее, чем до этого. Уже ушли по 200-ку. Рынок после этого, опять-таки, был менее сильным, чем до этого. Почему? Раз, два, и вот здесь что-то непонятное. Слабость. Под 200-кой, под 200-кой, под 200-кой. Жди беды. Мы это видим. Нужно было просто дождаться небольшого времени, чтобы защитить свою прибыль. Если бы у вас был график перед глазами, вы бы это сделали. Ваши потери здесь были бы минимальны или отсутствовали в принципе. И вы бы вернулись на рынок, когда на рынке начал появляться аппетит к риску. Зашевелились равновзвешенные, зашевелились малыши, можно действительно было открываться в лонг. Ну что с транспортным к промышленному сейчас делать? Мы все прекрасно понимаем, что происходит на рынке, и это расхождение уже с 2015 года, и все ждут краха рынка, он все никак не умрет. С реальной экономикой потеряна напрочь, и это видно. С этим надо считаться, поэтому это такой своего рода дамоклов меч, который немым укором висит. Мы должны всегда это принимать во внимание, открывая длинные позиции. Однако сейчас рынок сильный. Он силен и со стороны малышей, и аппетита к риску, и со стороны ширины этого рынка, со стороны доли участвующих бумаг в этом росте. Резюме. Как мы видели с вами на графике, основными сигналами относительной силы вы можете свои индексы найти и их соотносить. Это уже никаких ограничений, это всего лишь принцип, которым я с вами поделилась. На что смотрим? На направление силы, куда, вверх или вниз, на расхождение, если динамика рынка одна, а расхождение, а индикаторы показывают динамику другую, в другом направлении. То есть есть расхождение. Это сигнал к возможному развороту или коррекции. Ну и как в стандартных графиках, пересечение средних. Снизу вверх, сверху вниз мы тоже используем как
сигнал к тому, что следует быть настороже и внимательно защищать свою прибыль. Таким образом, все графики, если мы на бычьем рынке, в идеале должны двигаться в одном направлении. Если этого не происходит, значит, нужно проявить осторожность, и, как я сказала, не существует идеальных индикаторов, поэтому мы всегда ищем подтверждение в других индикаторах. Я всегда смотрю на индикаторы ширины рынка. Что это за индикаторы, сейчас расскажу. Ну, тут тоже небольшая такая прелюдия о том, что на блоге я очень часто пишу, и у людей почему-то вызывает это вопросы, поэтому я поясню, что 200-дневная средняя, она четко разделяет долгосрочный медвежий и бычий рынок. Соответственно, если у нас цена акции движется над 200-кой, мы в восходящем тренде. Если под 200-кой, то в нисходящем. Это долгосрок, когда вы работаете на длинный горизонт инвестирования. Пример нахождения активов в тренде одном и другом хорошо виден на акциях Nike. Олимпиада как-то им не особо сейчас помогает. Как мы видим, 15-й и до 16-го восходящий тренд. Дальше начались перипетии, снижение силы, и пошло-поехало, и сейчас мы в даунтренде. Вот 200-ка. Таким образом, она разделяет растущий тренд от падающего. Однако, это все применительно к отдельному активу. Но когда мы с вами анализируем рынок целиком, логично, что мы бы хотели понимать, а какое количество акций на рынке находится над своими 200-дневными средними, то есть находится в восходящем долгосрочном тренде, и какое количество этих акций на рынке находится в нисходящем тренде, и как меняется динамика. И вот как раз ответы на эти вопросы дает такой индикатор ширины рынка, разброса рынка, как NEA-200R. Что такое ширина рынка? По большому счету, это соотношение растущих и падающих акций на рынке. Почитайте подробнее на моем блоге. Опять-таки, отсылаю вас. Азбука инвестора, технический анализ, индикаторы ширины рынка с примерами, с тем, какие они бывают. Сейчас не хочу тратить на это время. Итак, NEA-200R. Что это за индикатор? Он как раз и помогает нам понять, какое количество акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, находится в настоящий момент над своей 200-дневной скользящей средней. Отражает он это в процентах. Другими словами, анализируя этот индикатор, вы всегда можете, этот индекс, вы всегда можете понять, какой процент акций на NYSE сейчас находится в даунтренде или аптренде. Что я здесь смотрю на этом графике? Ну, в первую очередь, там есть уровни уже такие накатанные. Традиционно 40% считается как водоразделом между медвежьим рынком. 70% говорит о перекупленности рынка и возможном развороте. Однако мы с вами прекрасно понимаем, что рынок может оставаться перекупленным достаточно долгое время. Тем не менее, этот уровень работает, и позже на графике мы это посмотрим. Уровень 30% указывает часто на то, что рынок уже упал слишком низко и, скорее всего, сильно перепродан, и можно ожидать отскока. Таким образом, отслеживая этот индекс NEA-200R, вы можете посмотреть, есть ли основания для разворота рынка сверху вниз, для отскока, и уже исходя из этого, плюс обязательно находя подтверждение других индикаторов, выстраивать свою стратегию. Долгосрочную, краткосрочную, это как пожелаете. 200R, 200-дневная средняя, это все-таки для более такого долгосрочного прицела. Но уровни, основной сигнал, который я смотрю для краткосрочной торговли, это пересечение 200-дневной средней, снизу вверх или сверху вниз.
Этот сигнал, я считаю, намного сильнее, чем уровни. И мы с вами сейчас это посмотрим на графике. Опять-таки, все ссылочки на график выложу на блоге в ближайшее время. Все будет, поэтому подписывайтесь на рассылку. Все будете получать в лучшем виде со всеми инструкциями. Итак, вот у нас NEA200R. Что мы здесь видим? В верхнем окне Nice Composite, динамика индекса. За какой период? Так, здесь не видно, давайте я открою на живом графике, чтобы период был виден. Да, также получается за 3 года. Это Nice Composite. В следующем окне у нас как раз индекс процента акций на освоение 200-дневными средними. Вот эти уровни, о которых я вам говорила. 40% разделяет бычий и медвежий рынок. 30%, когда вероятность отскока есть. И 70%, когда рынок может считаться перекупленным. Разворотом наверх. Ну, давайте пробежимся, посмотрим, как это все происходит. И, конечно же, пересечение скользящей средней. Когда происходит пересечение, заметьте, вот здесь пересеклись, рынок еще не рос. Но мы уже здесь получили сигнал, что, ага, можно присматриваться к рынку на лонг. Появилась сила, пошло увеличение акций на 200-й. Здесь уже можно было планировать. И, соответственно, получить хорошее соотношение риск-прибыль по позициям. Далее, 70-й уровень. Вот он. Периодически, действительно, как мы с вами видим, до этого уровня рынок может разворачиваться. Вот здесь тоже это видно, например. Вот здесь тоже 70-й уровень. Была незначительная коррекция, но рынок сильный очень был. 30-й уровень, вот он, здесь хорошо видно, насколько рынок просел, и отскочили. Однако 30-й уровень все равно не панацея, он работает гораздо хуже, чем 70%. Мы иногда его со свистом, и рынок еще болтается достаточно долго в даунтренде. Но опять-таки отскок и пересечение 200-ки помогает заранее увидеть набирающую силу на рынке, возврат этой силы. На... Также можно тоже здесь посматривать расхождение, когда динамика индекса не соответствует динамике рынка. Это тоже может являться таким сигналом, иногда проявить осторожность. Но, как я сказала, основные сигналы – пересечение 200-ки снизу вверх, сверху вниз и уровни. 30-й, а все-таки самый сильный – это 70-й. Так работает NEA200R индикатор. Едем далее. Ну, это я уже вам сказала, не буду здесь останавливаться. Следующий индикатор, которым я также хотела с вами поделиться, это индикатор ширины рынка под названием индекс суммирования Маклеллана для, опять-таки, акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Если у нас предыдущий индекс показывал, сколько акций на 200-кой в долгосрочном даунтренде, то этот индикатор, он более чувствительный, потому что он показывает, какое количество акций растет, какое падает. Он показывает накопленную разницу между числом растущих и падающих акций, которые торгуются на фондовой бирже. Это вот я вам примитивно совершенно рассказываю. По сути, он немножко сложнее. И если вам интересно, на сайте StockCharts вы можете всегда посмотреть, введя в поиске Маклеллан индекс, что в основе него лежит Маклеллан осциллятор. И данный осциллятор рассчитывается вот таким вот образом. Итак, как использовать этот индикатор? Во-первых, его можно использовать для анализа общего настроения на рынке. Он быстро помогает понять, что вообще на рынке в плане ожиданий. Кого больше, быков или медведей? Кто лидирует на рынке?
И также его можно использовать для подтверждения текущего тренда и выявления сигналов его разворота. Здесь также работать с уровнями. Уровень 400 на NUSI можно использовать как подтверждение сильного бычьего тренда. Если его пересекаем, идет вверх, идем вверх, рынок обычно очень сильный и идет в хорошем аптренде. Если NUSI у нас падает на уровень ниже 600, то есть минус 600, это указывает на возможность разворота рынка наверх, то есть на отскок. Соответственно, немножко похож на предыдущий индекс. Есть уровень перекупленности, есть уровень перепроданности и есть уровень, подтверждающий тренд. Давайте посмотрим его на графике вживую, как он выглядит. Выглядит он примерно вот так. Как вы видите, растущая динамика NUSI всегда поддерживает восходящий тренд на рынке. Он набирает обороты, в это время мы испытываем хорошие бычьи движения на рынке. Когда он чувствует себя не очень, ну что логично, не растут акции, не увеличивается количество растущих над падающими. Если происходит снижение, уход ниже нуля, то начинаются коррекции. Чем ниже уходим, тем сильнее коррекции. Вот он, 400 уровень, который является отсечкой для подтверждения сильного тренда. Если мы растем, NUSI пересекла 400, то рост продолжается. Можно ехать, можно ставить на лонг и держать позицию, пока NUSI силен. Здесь при небольшом снижении возможны коррекции, однако они не сильные, пока мы остаемся выше 400. Если мы начинаем снижаться ниже нуля и движемся вниз, рынок начинает слабеть. Это хорошо видно. Насколько он движется, пока он движется вниз, рынок будет слабым. Это хорошо видно вот здесь. Ждать, что он развернется, пока он такой слабый, не приходится. Обычно до 600 и ниже может дойти и от этого уровня часто отскакивает. Соответственно, вот здесь уже можно было целиться на лонг и получить хорошее соотношение риск-прибыль. Здесь немножко бы дольше весь этот процесс занял, потому что рынок очень слабый, он находится под 200-кой. И здесь необходимо подтверждение других индикаторов. Посмотрите, что у нас происходит вот здесь. Здесь тоже периода не видно. Видно. Вот 16-й год. Текущий момент, посмотрите, какой сильный рынок мы переживаем сейчас. Такой рынок был только в 2013 году, последнее, из свежего. Вот такой вот сильный бычий рынок у нас сейчас по данному индексу. Индексу Маклеллана, отображающий разницу между растущими и падающими акциями на NICE. Таким образом, следующий индикатор, который я хочу вам показать, третий индикатор, который я использую, ширины рынка, это New High, New Lows. Я думаю, понятно, что это такое. Это один из наиболее эффективных индексов ширины рынка. Он также отражает разницу, но между акциями, которые на NICE обновили свои 52-недельные ценовые максимумы и минимумы. Он за счет этого помогает понять, кто у нас на рынке доминирует, медведи или быки, оценить силу тренда и, опять-таки, отследить сигналы вероятности его разворота. Важно понимать, что он вот из этих трех, если рассматривать 200-дневную среднюю, если рассматривать 200-дневную среднюю, Алло. Говорят, время вышло. Время есть еще у меня же, да, Михаил? У меня же есть еще времечко. Михаил.
Есть время у вас, продолжайте. Да, да, экран видно. Начинает пересекать нулевую отметку и движется наверх, то начинается сильный аптренд. Когда он пересекает ноль вниз, у нас начинается сильный даунтренд на рынке. Таким образом, я смотрю, во-первых, здесь на пересечение нуля и использую этот уровень как предупреждающий сигнал для того, чтобы фиксировать свои позиции, либо пересматривать направление, в котором я торгую. На графике я выделила моменты, когда у нас совпадало движение рынка с большим количеством хаев. И когда у нас начинало преобладать новые минимумы, у нас всем себя неважнецки. Таким образом, пересечение нуля используем как сигнал. Подтверждение со стороны New High, New Low, когда наверху и растем, тоже является хорошим знаком. Также я для себя использую такой уровень, вот наметила, сейчас его тестирую, как 250. Очень часто исторически от этого уровня тоже были коррекции. Вот как раз сейчас на таком бычьем рынке мы пересекли этот уровень и вроде как пытаемся ехать вниз. Посмотрим, будет ли продолжаться эта коррекция, насколько она будет сильной. Таким образом, в данном индикаторе New High, New Low мы используем пересечение нуля снизу вверх или сверху вниз. Если сверху вниз, то о возможном развороте тенденции наверх, снизу вверх, о возможном сверху вниз, о возможном развороте тенденции вниз, снизу вверх, о возможном развороте наверх. Достижение уровня 250, потестируйте, это исключительно мои наблюдения, которыми я с вами поделилась. И заключительный индикатор, сигнал, который я смотрю и анализирую, использую для анализа рынка, это дивергенции индикатора MACD. Я думаю, вы хорошо знаете этот индикатор и знаете о том, что он подает одни из наиболее надежных и эффективных сигналов, в первую очередь потому, что опять-таки показывает расхождение динамики индикатора с рынком и показывает, предупреждает о разворотах рынка заранее, то есть до того, как об этом будет знать весь рынок. Таким образом, мы можем использовать дивергенции MACD, соотнося их с рынком, как сигнал к тому, что рынок может развернуться. Ну, вообще, кратенько могу рассказать о том, как возникает дивергенция. Даже проще, наверное, я вам покажу. Это будет самое оптимальное. Картинка заменяет тысячи слов. Есть компания Diver Corporation, тикер DOV. Движемся в аптренде. Однако этого не происходит на MACD. Я для подтверждения дивергенции всегда смотрю и диаграммы, и линии, чтобы они подтверждались и со стороны линии расхождения, и со стороны диаграммы, со стороны гистограммы, прошу прощения. Таким образом, мы с вами видим, что цена продолжает расти, но расхождение есть в линиях и гистограммы MACD. Это сигнал, предупреждающий о развороте. Если вы посмотрите, он очень хорошо, например, вот на этом активе отрабатывает. Здесь вверх, здесь вниз. Осталось ждать недолго до коррекции.
Далее, здесь вверх, здесь вниз, буквально чуть-чуть коррекция. Опять расхождение, снова коррекция. Вот что такое дивергенции, как они работают. Как я анализирую эти дивергенции, потому что, как и в случае с другими индикаторами, нас же интересует не отдельно взятая акция, а нам бы хорошо вот такой индикатор, который соберет все акции на рынке, проанализирует, сколько из них показывают медвежью или бычью дивергенцию, что ожидать на рынке, роста или падения, в зависимости от того, как меняется количество тех или иных дивергенций. Для этого я использую свой сервис, который находится на сайте financemindspace.ru. На нем я отслеживаю дивергенции на графике. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике и какие сигналы я для себя определяю. Вот так выглядит график в моей системе, который анализирует рынок американских биржах. И здесь выделены ключевые уровни дивергенций 2%. Вот все, что выше 2% по рынку, я считаю сильными всплесками дивергенций. Потому что когда мы выходим за пределы этого уровня, рынок начинает лихорадить. До этого уровня коррекция может быть незначительной. Здесь у нас отображаются, значит, вот эта черная линия, это S&P 500. Это у нас всплеск бычьих дивергенций. Вот когда я вижу, что большое количество активов в моей системе показывает всплеск дивергенций, значит, можно ждать разворота рынка наверх. И вот, собственно говоря, мы разворачиваемся, спай начинает расти. Растет. Оп, всплеск медвежьих дивергенций. Он еще не падает, но уже пошли медвежьи дивергенции, которые предупреждают о том, что цены рынка не отвечают в динамике индикатору МАКД. Один наверх, а индикатор вниз. Жди привета, жди коррекции. И вот здесь уже можно было начинать фиксировать прибыль. И действительно началась коррекция. Корректируемся. О, когда можно открывать длинные позиции? Когда еще рынок переживает, еще рынок волнуется, а здесь уже, видя динамику этого индикатора, можно заранее было готовиться в лонг и получить хорошее соотношение риск-прибыль. Таким образом работает график в моей системе. Подробней о ней можно почитать на моем блоге в разделе «Сервисы». Сейчас я вам покажу ссылочку и покажу, наверное, да, сам график уже вживую. Чуть-чуть еще времечко, да, позволяет. Вот здесь есть описание тех сервисов, которые я использую в своей торговле, которые я разрабатывала. Сервис анализа дивергенций находится в анализе настроения рынка. Всегда можно его протестировать, заказав демо-версию на сайте непосредственно. Можно посмотреть видеообзор этого сервиса, где я подробно разбираю, как все это работает. Плюс вы всегда можете заходить на сайт Finance Mindspace и видеть статус рынка за неделю. Он вот, как его окрестили, такие пилюльки, они разноцветные, кто знает, тот поймет, красных много – это плохо, зеленых много – это хорошо, если так примитивно, но все подробно расписано у меня. И сейчас покажу вам просто живую версию графика, чтобы вы видели, что помимо дивергенций он анализирует много всякого разного, в том числе те индикаторы, о которых мы уже с вами говорили. Здесь можно посмотреть и high-low, можно посмотреть и нахождение того или иного количества активов над своими средними, посмотреть динамику. Самое главное, что здесь динамику, и использовать ее для планирования своих позиций по рынку. На этом я, думаю, закруглюсь. Да? Прекрасно, у нас еще есть 10 минут на вопросы.
Мне тут дали ссылочку, где их смотреть. Сейчас я их, да, вот. По-моему, вот здесь посмотрю, есть ли вопросы. Угу, да. Так. Звука нет, вопросов, наверное. Я так понимаю, вопросов нет. Это так? Это я комментировать не буду, потому что это не продажа сигналов. Если вы прочитаете описание сервиса, вы поймете, что там идея совсем иная. И для внутреннего трейдинга, наверное, просто не подойдет, потому что суть иная. Есть вопросы? Михаил, поддержите меня, что дальше делать?